имейте в виду, покупайте всегда подпяточники. Желательно, чтобы они кожаные были, либо 0,5 сантиметра высота, либо 1 сантиметр. Для всей плоской обуви рекомендую у тех, у кого не сильно высокий подъем, потому что если подъем слишком высокий, подпяточник не поместится, ножка не выйдет. Mm-hmm. У кого не сильно высокий подъем, рекомендую настоятельно приобретать подпяточник. Любая обувь, у кого-то если где-то что-то натирает, кому-то иногда там какие-то бывают моменты. То есть вы с этим подпяточником увеличиваете чуть-чуть высоту, вот этот угол, и ножка у вас немножко приподнимается. Любая плоская обувь, то ли кеды, то ли вот такие кеды-туфли, становится мега удобной. Но эти же туфли очень легкие, вот с таким рантиком, ну просто конфетка. Да, да.